Лесные тропы, заповедник Секвой. Нам здесь нужно гоночку выиграть. Сейчас попробуем. Так, пока. Оп, аккуратненько, тихо. Надо вот этих вот. Щелкаем мы их. Да, здесь, конечно, тяжело в том плане, что очень много машинок. Надо аккуратненько выруливать. О, видишь, что он мешает мне, а? Так, давайте ускоримся. Немножко будем отрываться потихоньку. Да почему они посередине всегда съедут? И почему я всегда в них врезаюсь? Так, какой я еду? Десятым? Я еду реально десятым? Офигеть. Надо будет нам всех их обгонять, слушай. Так, а вот мы и девятые, и восьмые. Ох, аккуратно. Так, супер ускорение. Пятый. Теперь мы едем пятыми. Так, последний круг, да реально что ли последний круг? Так, третьими пока едем. Нам нужно приехать первыми, это по-любому. Да, очень много времени мы потеряли, ребята, в начале гонки. Так, вот мы его обогнали, есть. Все, теперь мы едем, ребята, первыми. А, нет, машинка перевернулась. О, так ё-моё, третье место заняли, как плохо. А, перевернулась вонючая машинка, и мы не смогли взять топ, только третье место. Офигеть. Ух ты, меня взорвали. Ладно, надо здесь аккуратненько будет. Так, надо успевать. Клёво. Так, пока трюки делать не будем, потому что это, ребята, чревато. Щелкнусь. Это 100% щелкнемся мы. Но мы будем дальше ехать. Так, опа. Я так и знал, что башкой стукнусь. Понимаешь почему? Надо тут по-другому немножко делать. Вот так вот. Опля. Все, отлично. Нет, все равно стукнулись головой. Еще раз. Попытка номер два. Даже, может быть, даже попытка номер три. Ох. Стоп. Хорошо. Так, едем. О, успели. Ладно. Хоть там эти по башке не стукают. Ох, здесь аккуратно надо будет. Так, стоп. Опа, победа. Купили мы автомат. И сейчас посмотрим, как мы будем с автоматиком-то нашим ехать. Так, давай немножечко ускоримся. Давай, автоматик, алло. Конечно. Получше стало, но я бы не сказала бы, что прям супер офигенно стало. Надо будет сейчас нам подкопить денег и купить обязательно автомат. Ох, 380 монет мы заработали. Офигеть. Ладно, я думаю, сейчас мы возьмем с тобой ускоритель. И мы на автомат все равно заработаем, не переживай. На автомат мы заработаем. Здесь даже, может быть, надо остановиться, чтобы все эти коробки уничтожить. Подождем немножечко. Все, поехали. Ускорения нет. Ускоритель закончился. Давай, сейчас отщелкаем все эти коробочки. Давай, Нубас, нажимай на педальку. О, тихо, стой. Они еще убегают, прикинь. Они еще, ребята, еще убегают. 471 монета. О, как раз на пулемет. Отлично. Вот, теперь уже нормальная скорость, слушай. Ну, более-менее. Так, давай максималочку включу. Ё-моё, всё, ускоритель закончился. Мы не можем ускориться. Ускориться мы не можем. Едем как едем. Тихо, а здесь можем подождать. Кто-нибудь прибежит или нет? Нет, навряд ли, никого нету. Никого. Все убежали, все спрятались, ребят. Так, ребята, продолжаем играть в Мистер Буллет. И у нас, вот, отлично, убили мы его. У нас задание убить противника, но остаться в живых. Так, здесь у нас две пульки. Так, этого убиваем, а этого у нас так не получится.
Ладно, будем отрикошечивать. Ай, меня щелкнуло. Как ж тебя-то убить, агад? Надо вот сюда стрелять. Опа. Нет. Есть. Теперь я понял, как этого убить. А этого легко. Опа. Готов. Готов, ребята. Фантастишн. Так, а теперь надо на эту кнопочку нажать, попробовать. О, не успел. Не получилось у меня. Так, давайте еще раз. Опа, хорошо. Все, ребятушки, вам подарочек от мистера Буллета. Получайте и распишитесь. Так, а здесь надо нам как нифига сколько патронов дают. Надо нам сбить, получается. Еще раз. Нет, не получилось. Нет, надо переиграть. О! Падай. А, нет, и меня щелкает. Надо как-то так сделать, чтобы меня не отщелкнуло. Да ё-моё, как так меня убивает? Давайте верхнюю стрелять. О, получилось с первого раза, ребята. Отлично, супер. Хорошо. Фантастика. Так, а вот здесь что у нас как? А, нет. Так, а как же... Давайте тогда уменьшим. Нет, нифига. Поменьше будем стрелять. Не получается. А как же тогда сделать-то? Давайте так, слегонца. Опа! Не, она возвращается. Давай тогда слабее. Нет, слабее не получится. Еще раз. Опа! Нет. Да как так? На! Нет, пожалуйста! Ладно. Да ё-моё, нет! Убивает меня. Нет, пожалуйста! Ай-яй-яй-яй! Да как же тебя победить-то, а? Так, всё, примерно понял. Вот здесь вот будем стрелять. А, нет. Давай еще. Не хватает мне запала. Конкретно причем. Совсем чуть-чуть причем. О, да, пожалуйста. Есть. Все, он убился. Прошли уровень. А здесь как? Вон оно что, смотри. Нифига себе. Так, она всех убивает, представляешь? Ой, хорошо, смотри, успел. Успел щелкнуть его. Ребята, если нравится игрушка Мистер Буллет, то ставь лайк. Ну что, ребятки, давайте еще раз играем, попробуем. Clans of Zombies. Ух ты, я смотрел, я с каким-то играю. Эри, Эри его зовут, с маленькой буквы написано. Эри. Ладно. А почему мне написано You? Почему не написано Do the Play? Так, чуваки, берем сразу вот эту штуку, потом берем двойные, вот эти, потом можно еще и орешек взять, в принципе, да, орешек? Тут у меня вообще много чего не открыто. Ладно, сделаем так. Еще одного возьмем, например, мы возьмем капусту. А нет, давай ореха, ладно, возьмем ореха. Все, пошлите сажать. Но сажать мы, ребята, вот фишка в чем. Мы сажать не будем, а отправимся сразу. И сейчас подождем. Когда эти плохиши пойдут. Так, берем солнышко одно. Сразу. Вот у нас чуваки пошли. Выстреливаем в них. Но в основном сразу нужно сажать солнышки. И вот этих вот ребят. Все, ждем. Собираем солнышки. Так, хорошо. Так, кукурузку, срочно кукурузку. Все, мы этих ребят останавливаем. Вроде бы пока нормально все идет. Пока вроде бы все нормально. Так, кукурузку. Дракошу сюда посадим.
Этих мы выжгли с вами, ребята. Так, остался еще один здесь. Давайте их тоже выжгем. Надо было этого сюда садить, ну ладно. Так, что у нас тут получается? Давайте орешку сюда посадим. И вот этого чувака сюда. Так, пока все нормально. Так, они у меня все сидят, молчат. Так, давайте сюда еще. Еще кукурузку. Все масло. Маслица всем. Сюда мы посадим денежки. Так, денежки забрали. Еще одну кукурузку сюда посадим. Так, сюда мы посадим вот этого чувака. Блин, куда же? Давайте сюда. Все, он сейчас их всех нагреет. Нагрел. Так, масло, масло обязательно. Еще одного нагревателя сюда. Так, все, всех. Нет, этот остался живой, смотри, гад. Ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем. 900 у нас, да? Так, давай сюда еще орешек посадим. Так, а мы сюда горохострела, почему бы и нет? Сейчас он всех здесь пощелкает. Вот, может быть, защитку сюда посадить? А, он вот эти только лечит, да, гад? Ладно. Не получилось. Что я задумал? Ну, ничего страшного. У нас, в принципе, всего хватает. Главное, денег у нас много. Что бы еще бы сюда посадить, а? Ух ты, это что? О, пианист, 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 гад, а? Так, быстро масло. Масло, 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 масло. Так, вот этого сюда. Пускай он там пожарил. Он не тех жарит. Ё-моё, ладно. Давай сюда. Сюда этого. Еще нужно одного. О, а нет, а все, мы выиграли, ребята, представляешь? You win! Победа! Ой, это я так быстро сейчас пройду. Я хочу все-все-все пройти, ребята. Если мне разрешат, то я пройду все. И у меня тактика, ребята, прикольная.